Патрик Георгиевич, команда провела второй товарищеский матч. С победой вас, ваши впечатления? Спасибо. Впечатления положительные. Сегодня мы очень много оставляли на ребят, чтобы они сами принимали большинство решений. Мы им подсказали перед игрой, в перерыве, и где-то 80% они все выполнили. Вопрос был в реализации и немножко в скоростях. Особо мы не форсировали, зная, что сейчас у нас мало запасных игроков. Просто чтобы они получали удовольствие от игры. В принципе, игрой довольны. Где-то, да, мало мячей мы забили на последней минуте, но большинство атак прошли так, как мы хотели. Ну и вопрос непосредственно по голу. Так получилось, что голевую передачу отдал 14-летний мальчик Максим Косенко, который сейчас находится в расположении команды. Когда вы выпускали его, какое задание он получил и что ожидали вообще от этих двух минут на поле, которые он проведет? Ну, он, во-первых, мы рассчитывали, что он сыграет где-то 5-6 минут, просто там было два стандарта, и мы его выпустили как раз и перед третьим стандартом, он рвался в бой, а перед выходом я ему просто сказал, что соперник уставший, попытайся придержать мяч. Он у меня спросил, а можно развернуться? Я говорю, не можно, а нужно развернуться. И так и получилось. Он развернулся, увидел игрока, отдал. Он это все видел перед матчем.